Всем привет, дорогие друзья, с вами Варун. Сегодня мы рассмотрим особый трезубец Архонта, Бореаля Корум. Итак, погнали к билду. Играть мы будем через стойку Мерцающая Пагубь. Болевая точка Прайм увеличивает наш урон в ближнем бою на 165%. Ярость Прайм дает нам 55% скорости атаки. Размах Прайм увеличивает нашу дальность поражения на 3. Закалка жертвы увеличивает наш шанс критической атаки на 220%. Презрение Бореаля дает нам 90% урона в ближнем бою и 60% урона от эффектов статуса. Это означает, что 60% урона от эффектов статуса будет наноситься за тик статуса, за каждый тик. То есть тик статуса будет наносить больше урона на 60%. Далее, ядовитая кара и порочный мороз в совокупности дают нам эффект вируса и увеличивают наш шанс статуса на 120%. Избыточное состояние увеличивает урон в ближнем бою за каждый действующий на цель эффект статуса на 80%. Итак, дорогие подписчики, многие писали, что болевая точка прайма и избыточное состояние в совокупности не работают. Прошу вас заметить, что данные два мода имеют абсолютную разную механику работы. Соответственно, благодаря тестированиям, оба эти мода отлично показывают себя вместе в билдах, отлично работают, поэтому ставь, пользуйся, играй, получай удовольствие. Далее, тестировать билд мы будем на стальном пути, миссия мод в бездне. Итак, погнали к тестированию. Подведем итоги. Особый трезубец Архонта Бореаля не показал ничего особенного на стальном пути с различными вариантами билдов. В моем варианте билда я решил показать вам баланс крита и статуса. Ожидать колоссального урона от данного оружия не стоит. Его альтернативная атака, на мой взгляд, показала себя отвратительно. Единственный ее плюс – это кратковременное удержание врагов электричеством, но есть большая вероятность словить летальный урон, пока вы применяете альтернативную способность. В общем, это обычный трезубец и ничего удивительного в нем нет. Имеет стандартный данному типу оружия урон. Получить данное копье вы можете с заказов Нормера после завершения квеста «Новая война». Данные заказы есть на равнинах Эдолона и Фортуны. На этом у меня все. Если тебе понравилось видео, не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Копируй билд, играй и получай удовольствие. С тобой, как всегда, Варунс. До скорых встреч.